Если честно, здесь вообще жесть какая-то. Большое, огромное скопление известных людей. Да. Столько я еще не видел. Сколько интересно всего народу. Стольких я еще не видел, да. Известных людей вместе. Артур, как привет. Ваше настроение? Да, вашими молитвами. Привет. Здравствуйте. Артур. Мы часто в чатах с тобой переписываемся. Да. Космос Старс, да? Да. Узнаю. Да. Давай тоже с счетом. Свежий, да? Класс. Да, по-моему, это слишком много блогеров, короче, на квадратный метр Москвы просто немереное количество. Я сниму, как все снимаю. Inside people! Куда налево, направо? Ваша мама, О, где Маш? Куча всех блогеров просто со всей страны. Вообще же скач просто. Куча популярных людей. Я, например. Собрались. Я, например. Такой, глаза отвел такой. Продюсер видеоплощадки Рутюб Давид Качаров. Аплодисменты. Настроение очень праздничное. Очень праздничное и... На самом деле я нахожусь сейчас в каком-то невероятном восторге. И несмотря на то, что нас сейчас окружает порядка 500 блогеров, которые все что-то снимают и что-то абсолютно точно будут выкладывать, нужно сказать, что по ощущениям кажется, что мы все находимся в кругу своих. Которые вдохновляют их быть похожими на вас, стремиться быть такими же стильными, креативными. Вот. Рад вас видеть здесь. Поколение Инсайд! Давай, кстати, можешь отметить, написать подписчиков. Ребята, давайте помашем. Помашем. Да, конечно, сейчас тебя тоже запишу. Леха, Десе, Леха, Никита, Стас. Стас, Дюжи, Метелкин. Курск. Курск здесь, да. Бичи, которые много из себя представляют, очень много, знаете, типа... Я не знаю, как без мата это сказать, но сложно выражаться. Короче, безумно пафосно кажусь, так или иначе. Но в жизни все равно... Да, очень приятно засняться вместе. Видео. Да, это видео, конечно, не фото, нет. Да, я же видеоблогер, я же не фотоблогер. Вот. И Инстаграм это не мое, мое это Я Рутуб, конечно, Рутуб Шортс и так далее. Да, да, да. С создателем Inside People это просто... Он не снимает, да? Все нормально? Все хорошо? Все, чтобы видно было еще лучше, да. 0,5, свет хороший, так что очень приятно, да. Очень взаимно, здорово, что мы в вашей приятно. Команде. Мы и поколение Инсайд. Спасибо. Подожди, секунду, секунду. Ребят, Артурчик очень топовый чувак, подписывайтесь. Да, слышали, да? Да. Сам буду следить, увижу по-любому его на простор когда-нибудь, где-нибудь. Конечно. Красавчик, развивайся. Да-да-да. С вами Чайный и... А тут кто-то бит для себя, да? Да? Нет, зачем? Для блога, для сторис? Это будет влог. Влог сторис, а там потом решим. Привет, с вами Inside People. Меня зовут Чайник, да. У нас была сегодня батана, у нас офигенные лекции. В принципе, как вести свой классный, неповторимый, настоящий, чувственный, кайфовый блог. Потом это будет да, всем привет. Всем привет, да. За ваше здоровье. Пью кофеечек. Кайф. Я мне даже сказали, идти есть. Сейчас типа у нас... Это видео, это не фото. Мы да. Не фоткаемся. Короче, видос, который потом будет влог небольшой. Привет. Как ваше настроение? Как вам встреча? Настроение супер, отлично. У нас продуктивный, классный день. Классно проводим время. Артур Сафин просто очень классный человек. Первый раз вижу, ко мне только что подошел, но на него точно надо подписаться. И скажем только, Артур Сафин клевый человек. Лица это не идет, это не фото, почему все думают, что это фото, и такие просто смотрят. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Колокольчик? Колокольчик. Подожди, это где колокольчик? Это в Ютуб? Да. Или ракету, это Рутуб. Или... А в Япи ничего нету.
Короче, везде подписывайтесь, да. В Япи просто подписка и лайк. Взаимная подписка. Только взаимная подписка. О, какая у вас шляпа клевая. Нормальная, да. Фига себе, это мега-повар. Там ротату сидит. Все, отдыши, ребят. Лица. Лица. Смотри, короче, смотри, с учем. Как бы, это усики-заманусики, а ты как бы попал как будто бы... Усики-заманусики? На мой крючок. Усики-заманусики, оказывается. Ребята, говорят, хороший контент делает. Но не пропускайте вообще хороший контент. Единственное, я не был в универе, я не учился в универе. Ты был в институте, да? Или в академии? Вот такие привилегии, да, массажистов делать массаж победителем Япи. Япи. Просто лидером мне, а не Япи. Чё, как голова? Голова болеет. Ну-ка. Да чё, чё ты меня снимаешь все время? Опа. Стой. Давай красиво, ногой наверх, и сразу же комбо назад такая, вот, вот так, шаг делаешь, ногой вверх и садишься. Погнали. Иди. В том, что на карте вместо я понял. Да, карта любого региона. Карта любого региона. Все, окей, все. Типа дом. Смотрите, там, ребята, хом. Вы думали, это Башкортостан, да? Вы думали, это вот это? Это Башкортостан? Нет. Вы представляете? Это Камчатка. Это не она, это не Камчатка. Это с Камчатки блогер. Шубу украла она. Это не ее шуба. Это какой регион? Казань. Вы представляете? Вы поняли, да? Хом. Это не Башкортостан. Пенза продакшн. А где ваша форма? Почему вы без формы? Форма в чемодане, все серьезно. Молодой человек, почему вы без формы? Форма сложная, ждет своего часа. Вам спасибо огромное. Спасибо, что... Начальник, не ругайте меня. Спасибо. Смотрите сериал «Салют, начальник». Все на руту, бегу. Ой, у меня фонарик включился. У меня так стал делаться после обновления. Дорогие гости, встречайте. Ведущие сегодняшнего вечера, договаривались на этой сцене сегодня на форуме поколения Инсайт появляется наш специальный гость, наша гостья. Внимание, друзья, как на рок-концерте, как договаривались. Дина Канделаки встречает, друзья. Очень приятно со всеми с вами познакомиться. Вы знаете, я так понимаю, что у вас уже не первый день идет такая активность. Видела вчера фотографии, в полном восторге. И судя по тому, как некая рутина. Что я имею в виду? Говорят, чем талантливее и круче артист, тем больше у него штампов. Что я имею в виду? Ну, например, я Дина Канделаки. Кто-то из вас про меня узнал, потому что я вышла на эту сцену. Кто-то из вас про меня знает, потому что он читал, что я руковожу телеканалом ТНТ. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает мои глаза. Не смотри, 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 не смотри
оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если сердце живет любовь. Come back no more. Got to say it's wrong. Let's come back no more. Let's come back no more. Сам сниму, что он не виноват. А чё, музыка где? Сейчас. Я хотел атмосферу. Просыпаюсь раз под вечер. Блин, такая атмосфера. Это офигенно. Мы устроили свою тусу. Сейчас здесь будет дофига народу. Народа был. Холодно, но ничего, ведь рядом с тобой не горячо. Пьяные падали на плечи.